А вот чё? Не-не-не, человек, там вот эти надо. Вы не заметили, не знаю, недавно не ходил миликом, что-то обморожения стали быстрее стакаться, или это не кажется? Ведь тяжко. Дам саку. Мастер аур. Да ты можешь вторую ауру включить, что ли, на лет? Чего? А, это мастер аур наш. А, у меня не на льде. Я думал, у меня на льде. Поставь на лед, вот сейчас поставь. А, вот сейчас ты на лед поставил. Я лед. Ну, ладно, хорошо, мне будет 3 аура. Давайте это 200 тысяч. А как ты в ретрике саку даешь? Что ты говоришь? А как ты в ретрике саку даешь? Мастер аур даю. Он стоп. Умелый. По левой. По левым стоп. Бьем. Да, он не спекулись. Ну видишь, как хорошо всех разбили. Капельку самосводу даю под дыхание. Потом умирают, конечно. Что это? Да я налет включу, поставлю. У кого налет стоит? У меня. Да я поставлю налет. Сейчас я скажу, когда поменяю. Тяжко сейчас смотрю. Беги, малышка, беги. Все, ставьте. Я когда отбегаю, кидаю щиточек на сумасвода и флешечку. Ты увидел? Да нет. Это, что тебя потрясло? Сука. Вот тварь, по КД мне дает. У нас вот блинфа. Так, блин. Все, вижу. Спрятались за центральными, звезду сбиваем. Это протопал. Уйдите все с подзвездочки, потому что я там стою и сейчас буду сливать эту метку сразу. Сливайте быстрее звезду. А, спрятались, Хан, спрячься, сейчас сольют метку. Хаба, молодец. Повезло, повезло. Центральные сливаем, все центральные слить. Гильдаль по команде дашь гимн на отхил. Давай гимн на отхил. Гильдаль гимн на отхил. Молодец. Бёрд, поднимай калка. Калк, молодец. Переводим быстрее. Нинеры залить. Ну, калку имеется в виду. Далеко будем бежать к ступенькам. Синдра близко стоит. Притяжка. Отбежали. Давай, мастер аур. Баба! И все живы. Фаза пошла. Сейчас пойдет. Все метки под боссом. Виталик, не можешь от еще одного босса? 5 хилов освобождем. Ламруа под босса. Сейчас это не имеет значения. Вставай, хвосту, откинет в рейд, все вайпнемся. Ну да, согласен с тобой. Сливайте метку. Ух ты, видели? Смарт-кью под босса.
Можешь стать подход, чтобы тебя откинуло, и мы заморозились. Давайте первый сливаем. Почти. Ту метку не сливать, отошли от нее. Горячий холод заденет вас, вы умрете. Хаба под босса. Это... Под босса неси метку. Успел. Сливайте все метки в следующую сторону. Давайте рост. То я, блин, думал... Это ты заморозился там под синдромом? В центре, да. LG в сторону, прожми щит маны. Следующую под боссу. Да что это завтыкал? РДД метку справа сливаем. Суслядка под босса. Кидаю суслядки капельку. Щиточек. Сливайте метку. Следующий под босс и притяжка. Заебись. Танчи в одного. Танчи в одного, пупнастик под босс. Метку не бьем. Варенька гимн отхил. Вот, подымай Белина. Подбежали от притяжки. Под в сторону, попробуй в сторону уносить. От черепа отбежали. Сливайте метку, бафы по протопалу, сливайте ДД метку. Танки меняются. Милики отошли. Берите лёд, я на мастера поставлю. Да всё. 50 рубить, а чё так хп до хера? Потому что все склепы под босса носят. Чё замораживают? Всегда так носят, как-то сильно под много. Под босса метку. Ну, 3 минуты до берса еще, так что. Сливаем метку. Но у нас 2 вара вагона, минус еще один человек. Тогов 22, милики отошли. Классно, хилим. Даже с освобождением. Отбежали. Давай сакру. Стой, МДЖа под босса, МДЖа, хильте хорошенько. Сейчас заморозим. Отошли, милики. Скидываем стаки. Никто не хлопает. Хильте хорошенько. Я сам подхиливаю рейды. Виталик, он под босса, прожми срезку. Сливайте метку. Так, пухнастик, подымай, варенька. Гильдаль, гимн на ману споешь после освобожденки. Берн, под босса кожу прожми. А что-то тяжеловато как-то. Мастер, прожмите. Сливайте метку. Танки не могли ее нормально поставить? Да не, блин. Как под босса прожми срезку. Капли нет у меня. Они есть, давайте каплю. Сливайте метку. А не, не притяжка, сливайте притяжку. Я вас обманул. 4 хила освобожденка. Все, выносим в сторону, добиваем босса. Странно, что я умер только... А, ну, на третьей фазе только один ДД умер. Да. Пожалуйста, линканите любимчики Синдрагосы по освобожденке, я вас очень прошу. Ну, линканите кто-то, пожалуйста. Ну ладно, линкани. Бьем 10 раз, вы видели, 10 раз на меня кидало. Это круто. Ты стоял 300 секунд, да? Только... Нет, я хилил, но я выбегал, а на третьей фазе не было куда выбегать, потому что Синдру криво поставили. Бля, это я тебе сейчас отменю. Олег, я в ШП. Ты на мейн ролишь, секунду. Да, на мейн. Писал, подборка. Я вам такой секрет расскажу. Можно было синдром поставить ровно. Просто вы стеснялись чего-то вниз.
Да ну смотри, Билли не ожидал, что он будет поднимать фёс, ловить вальку, растерялся, ступор пошел по его телу, но не смог словить, ничего страшного. Повернул, второй ступор споймаем, потому что вальки летают. Кому-то повезло пробежать еще, пока они с той стороны летели, сейчас кому-то не повезет. Не повезло. Так Лана говорит. Видишь, Глин просто не умел ловить вальку. Хотя даже с ним местоположение, ну, не обязательно тупить. Олег, я уже получал печеньку. Отмени мне 300 гп и давай Виталий Кун. Вот он тоже ролил. Я ему дам. Все правильно. Виталий Кун. Все правильно. Очевидно. Только пусть он мне даст обмен еще. Сейчас. Гневой рейд какой-то получился. Какой рейд? Гневой, в плане, что долго очень и падает говно. Извините. Кто это? Катушка падает. Вы, наверное, не ходили с лучатом еще, да? Нет, с диканом. По нашему. С золотой ордой, типа, нравится. Да я ходил. Че, я вообще равняю, как по нашему рейду. Насадил и бой. Ну, как всегда, блядь. Я же имею в виду, как по нашим рейдам, если сравнивать. Ну, что там, Вальку загрели или как? Да нет, летает вон. Почему бой висит? Не висит, я вон зашел в инст спокойно, меня не пустило же. Ну давай, ставь шкаф, сумоньте остальных, меня сумонь, у меня бой, я не могу портануться. Знаю, вот они летают, ни на ком не агрятся. Принимай пати на рогу. Короче, если мы будем вайпаться из-за тренирования, буду вас менять, если будет мало дамага в этом. По валькам тоже буду менять. Шкаф есть? О, в этом ссылка. Да, сейчас. Давай, сумонь, реневала. От этого красавы бой мне повесили. Что делаем? Кого спекать в ДД? Ваню? Вот смотрите, моб в текстурах, моб, из-за него бой. Вот смотрите, убейте, бой спадет. Ну вы поняли, да, кто его привел? Хаба. Он к вам, короче, через весь инст, через текстуры снизу наверх полз. Откуда это хаба-то первый раз? Хаба. Да это темная сущность хаба. Ну ладно, мы никогда не спешим, сейчас только 22:30. Уже нету боя. У вас не проснется. Ладно, вчетырем захилите. Ваня тогда в три хила захилите? Захилим, если вы не будете рачить и ману заливать будете. Когда не захилили. Захилили. Пушите, я тоже за не захилил. Будете, да. Хорошо, фибрилляция, спекайся в лема. Мы что-то, мы реально как-то отупели уже. Просто ходим 4 хила и тупо тыкаем одну кнопку. Надо возвращаться к экстремальному убийству босса. Правильно, к истокам. К истокам. Конечно. К сожалению, нету у нас бафов, например, интеллекта. Кто-то видел, как вышел Хитман второй части? Это экстремальный Кукуваси в рейд надо, фулметала там, да? А он нос Кукуваси. Мерили надо сумануть ФРС там на лезвие. Это будет четко. Этого ханта, как вы его звали? Миколка. Миколка, блядь.
А, мы колка. Кстати, был. С Кукуваси попадался мне пуга рейди, ничего не поменялось. Ловил сало от духов, чуть не умер. Спасибо, ДЦ захилил. И был хороший трай, единственный из шести. Коду стопорай. Там романа второго унесло, он остался один. Ну и эрдруи ДЦ. Ну и просто не захилили переходку. Просто люди их садились по хп. А что за злой друид? Он у нас в гильдии был. А кто у него еще персы? Я просто не помню его. Помню, что в гильдии был. Возможно, какой-то больной человек, не знаю. Что там по станам у нас? Ты, походу, сказал лезвие ловить Миколки ради бафа. Он так и запомнил. Белерин, ты станешь трусы, ромбик, пухнастик, стилвей, кружок. Паладины по команде станем. 4 стана паладинов, жесть. Что, готовы? Ваня, готов? Стилвей. Трусы, ты станешь? Крики, Ваня. Ну, если этот... Крикишь. Стилвей, готов? Блин, у меня нету фласки на хп на этом персонаже. Блин, надо хорошенько хилить с вода. Я тебе дам фласки на хп. У него 72 к хп, а не 99. Кому на хп надо? БДК. Пусть у меня обмен кинет, я ему там. Допустил. Зачем он? Это мне не надо. Неужели прибыли? Ну, тебе больше нет. Я уже хотел сюда пойти, в Мелизон. Уже привык с алчатом бить миликами здесь. Да не, нет разницы. Но мне легче релить с этой стороны. Значит, у тебя правое полушарие мозга лучше развито. Спасибо. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь... Ну, за РДД так точно. С левой стороны. Вот с этой. А за миликой стой. Тут легче дамажить. Букву Д нажимать легче, говорить. И кнопку 1, 2, 3, 4, 5 нажимать. Знали. Не могу допустить. Калк, диспель, чему забыл сказать, или помогу, если что. Вот и диспель. По РТД перебежали, ловушка. Шаркающий вылазит. Каба, на тебе ромбик, снять и берсы. Каба, выноси чему. Смотрим ловушку дальше. На РДД ловушка перебежали. Милики всегда в квадрате, стоим вперед, не забегаем. Смотрим следующую ловушку. РДД ловушка перебежали, готовимся выносить чуму. Одна секунда, чума. Диспел шаркаря, гильдаль, выноси чуму, сам себя диспель. Второй шарка сейчас выйдет, и ловушка будет. Так, РДД, ловушка, милики прошли тоже. Второй шаркарь вылазит. Хмели, Сунели, Хайли, Селаси, тра-та-та, ты диспелишь шаркаря второго. Вот, трусы. Ловушка, РДД. Вот, подымай пухнастика. Чему выносим сейчас, Казарак, выноси чему. Очень быстро выносишь ее. РДД, ловушка, проводи трэш. Капы давать тебе? Не, пока нет. Вступление снимаем. Сколько процентов, кстати, у меня нету? 3. Господи. Смотрим ловушку. РДД, ловушка. Милики, стоим, выносим чуму, суслятинка, чума. Все, вышли, отошли все. Отошли от шаркарей. Давай, гильдаль, гим на ману. Хазарак, тотем ставь. Заливать его я дамагом. Трэш, шипы, ханты на сферах. Бьем кружок. Так. Вот, заливаешь
по ситуации, наверное, к Насте тоже, у кого... Ну ладно, Хазараку заливайте, короче, калка, бесконечная мана, Бёрн тоже. Кал диспель сало с этого с ДК, тут что-то я диспель. Вот, короче, танчи босса так, чтобы звезда смотрела в спину боссу. Все летели в одну точку. Протопал, забирай духа. Переходка, сейчас надо добить. Полтора ляма. Давайте в звездочку становимся. Кружок Steelway, ромбик, пухнастик, трусы, Белин. Тарелку заодно кидаем мобов. Смотрим ловушку. Так, прожмись Эршам в этом, в вальке. С центра всем выйти, влево-право бьем вальки. Сейчас будет осквернение. Осквернение, смотрим, с ума свод. От него отошли. Немного не повезло, ничего страшного. Добить ромб. Сейчас ты выйдешь с ромбика, просто выбеги быстро. Трусы добить, давай рост. Белин, лови босса, Белин. Лови босса, Белин. Бёрн, поднимай самосвода. И пухнастик, поднимай башню. Вставайте. В центре веди босса, в центре веди босса. Давайте бафы по рейду. Все так же станем, осквернение выносим к порталу. Рейд смещается к трону. Выбежали. Давай сакру. Трусы играем. Все в трусы. Гимн отхил. Классная лужа. Давайте кружок, есть шанс слить. И трусы. Спокойно, все живы, играем дальше. Пола богов дайте. Осквернение. Идемте к порталу все. Идемте к порталу. Осквернение, одна секунда. Отошли к звезде все. Блядь. Ладно, заходим уже. Так, Скарлетт, спеклись в танка. Сумасвод, есть ДД? А сейчас все лагали, не? Откуда вот эта лужа появилась большая, вот, которая вот... Я выносил, и стадо за мной побежало, и давай прыгать по уже. Так ты тоже прыгал. Я выносил глыбе, и за мной побежали. Ты сказали, портал выносит, а ты наоборот, к трону понес. Да не важно, куда он вынес, главное, что он правильно вынес. Просто вы еще попрыгали там. Сказали, что портал, а он понес к трону. Все ломанулись к трону. То уже другая лужа, ты не путай. Мы говорим про вторых валькир, а не про вот эту последнюю лужу, которую мы у портала тусовались. Я как раз про ту вторую большую говорю. Мы всегда выносим к трону, а не к порталу. Ладно, там лужу. Могу подсказку дать. Там есть такие белые слова в черной рамочке, там написано «Осквернение на мне». Так вот, на человеке, когда такая рамочка есть, надо от него отбегать. Наверное, не знали. Стояли с ним. А как это включить? ДБ надо включить. Ну вот открываешь настройки, интерфейс, что там, общение. ДБМ. Нет, там есть. Это настройки ДБМ. Сообщение в облачках. Сверху вторая галочка ставится. Вот, если у вас этой галочки нету, то в белый чат вы пишете, только будет в чате видно, а облачка не будет. Эти облачка поставьте галочку, а то вы, блядь, Кируса говорит. А, ну ладно, пойду тогда в Доваран почарюсь пока. Да это похую, кто куда что сказал, блядь. Сука, я не могу понять, блядь. Что это за позиция, блядь? Орел сказал прыгнуть с обрыва, блядь, а мы не прыгнули, блядь. Пиздец. Это говорю, чтобы в центре никто не стоял, а куда вынести осквернение, лево-право, суть особо не играет, главное, чтобы не залили платформу.
Ну если глаз у людей нету, стадом тупо в лужу убегают. Это просто, я не знаю. ДБМ спамит, даже у кого ДБМа нету, если есть у РЭВа ДБМ, он спамит в рейд, и вы все. Я видите. Выбежал влево, посмотрел, на ком осквернение. От него отбежал, а вы просто побежали влево, несмотря на ком там осквернение. Вот и все. Давайте быстрее, раситесь. До этой точки успел дойти, и за мной ломанулись все. Как вы заебали, блять, Вальку агрить? А, Миша, танк умер. И там по смертям. Какой отхил? По смертям? Ну, по отхилу, по БДК, что там было? Дело не в отхиле, дело в том, что БДК, скорее всего, не отдает незыблемость на жнец душ. Надо у самосвода спросить. Он упал после того, как Растар Шамана разбили уже. Я видел, что он вел в это время босса, получается. Отводил обратно в центр, ставил, и тот его хлопнул. Хотя чё ты, Калк, не хилил этого танка, не знаю. Если надо там просто одну клавишу жать. Ну я вот не понимаю, как в рейдах с Калком вообще люди как могут БДК падать. Это тотальное невезение называется. Ну просто он не хилил. Ну так это пиздец. А, рейндж не достал, заебись, охуенно. Ты, наверное, там на троне встаешь, да? И... Скарлетт, у тебя ж сильнее БДК. 72 кхп. Ну, ускорить мощнее. Давайте забьем на этого лича. Да. Нельзя забивать. Туки. Давай ластрай, короче, потом. Все равно вы не хотите убивать. Чек на пул. Давай, ластрай. Если вы не хотите убивать. Ладно, сейчас убьем. Дайте скажу войдов и смой. Сейчас Скарлетт потанчит, а самосвод подамажит. Бля, 5,7 КД маг. Ладно, сойдет. Там какой-то маг интеллект не дает. Уже не надо шкаф, спасибо. Я запускал. LG, дай интеллект, пожалуйста. Спасибо. Блин, мы в 3 пива и что-то очень долго переводим, кстати. Блин, ты тоже... Даунти быстрее, босс. Так. У нас минус один, Олег. Офнулся, фибрилляция. Настик умер. А, все, да, точно. С НРДД ловушки не могут дамажить нормально. Я это забыл. Хотелось в это время уже вторую резку закрывать. Уже на йоге быть плюс ноль. 4 часа, короче, у нас рейд. Да, еще и ВК бессмертие добавь. Да, 3 ВК, там 2 раз. Ну что, сейчас резку с первого края закон. Да, конечно. Сейчас мы все делаем. Ловушка. Хаба, ромбик. Чума. Одна секунда. Деталь. Очень близко стоите к шаркарю. Мелики ловушка. Квадрат. Далее 5 квадрат. РДД. Чума, одна секунда. МДА. Чарж. Отлично. РДД. Миликов введи тоже. Миликов введи. РДД сбоку бьем лича. Подра.
братья встали. Смотрим ловушку. Мелики ловушку. Давайте в квадрат. Так. Трусы, хмель на тебе. Ламруа тоже, выноси чуму. Ламруа, хмель на вас, трусы. Хабок, ром, ловушка, РДД. Держи каплю, блин. Сейчас я сдохну, наверное. 73. На край. Сейчас двинешь, все на край идем. Еще быстрее на край, 1%. Все на край. Забили на лича, идем на край все. За квадратом. Хаба, чума. Молодец, хаба стоит просто. Нормально. Давайте по новой гильдаль гимна ману. Бьем духа. Один дух, кстати. Вот. 13 миллиардов хантов напуливайте на Скарлет. РДД, отойдите от мини-зоны подальше. Бьем духа. БР, сколько секунд еще КД? Танки, не стойте в одной точке с духом. Не ловите сало одновременно. У них по 30 секунд у меня есть. Мели стоит под духом. Сука. Давайте второго играть уже. Сойдет. Дим был? Гильдаль, Дим был? Я кидал, да. Ну, все был, значит. Залейте Хазарак Уиннер и 3 друида. Забейте сферку. Забейте духа. В этот раз что-то поменьше ДПС. Стали опять звездочку. Блин, ты на жнеце, короче, кидай каплю на БДК. Вот это я забываю всегда сказать. Давай, играем Валька. Повезло, кружок, да. Трусы. Повезло. Да. Давайте в кружок играем, осквернение 3 секунды. Вышли с осквернения, с центра вышли. Виталик, он стоит под Валькой, молодец. Да, правильно, так и делай дальше. Трусы играем. Сейчас ты выйдешь с Вальки, быстрее выбегай. Давай, рост. На другую сторону переходим. Осквернение, короче, лево-право вносим. Еще да, херово. Херово поставил лича, ладно, нет времени на это. Лево-право выбегаем, все, разбежались. Давай, сак. Че так долго, блядь? Белин, хватай, хватай босса, играйте трусы. Белин, ты где, твою мать? Поднимать? Не падает. Сука. Почему вы не хилите танк? Два раза. Что, падаем? Да, падает. Может 4 хила? Не, не хочу 4 хила. Давайте танк искать нормально. Ребят. Не прожалась опять. Белин опять не поймал босса. Опять два человека умерло. Ладно, давайте. Ластрай, если из-за танка падаем, это ластрай. Слушайте, скажите макрос на выход из тела. Нету такого. Релог. Логнись просто и все. Давайте опять поменяем. Он не хочет выходить из мира. Да зачем? Не в измире, а релод. Релод пропиши в чате. Релод. Большое спасибо. Вот смотри, вот танки падают только на жнеце. Ну либо когда конденсат. Если. Ну тут жнец. 2.8. Ой, тебе дали диван, чтоб треснул, а не говорил. Так, блядь. Чтоб быстрее все это было. Ну уже кто-то порезал за меня. Вот били и причина вайпов 3 хила. Вот. Мы вайпаемся, мы там хилов. Все спокойно можно захилить, если танк прожмется. Понимаешь, в чем проблема? В том, что вот, смотри, вот я просто объясню, вот незыблемость, когда 2 минуты, да? Жнец кидается каждые 30 секунд.
Это 5 секунд танка бьет. Может он лично нести за 5 секунд от 4 до 5 атак. Вот если ты 3 атаки хотя бы не спарируешь, пиздец. Это, ну, хоть ты кровь вампира прожми, там по 33 тысячи придет 3 удара, ты упадешь. Вот. Так, каждый, ну, когда на офе играли, когда убивали лича в первый раз, каждый жнец закрывается с деф-способностью. Это крылья, зубы, капля, ретаунд, что там, незыблемость, вся эта хуйня отдается. Ну, после незыблемости надо еще серьезный деф какой-то давать на ДК. Ну, или хилы бисовые должны, блядь, хилить так охуенно, чтобы было охуенно, они нихуя не хилят. Цепуха, первое место, щит земли, второе, волна, третье. Хуй знает, вот. Оно все равно, оно так и должно быть. Ну калк. Как, хуй пойми, я вот не знаю, как это комментировать. Или Бьорну надо как-то напрягаться, блять. Хуй знает. Просто не успели захилить, не забили хрен, вот и все. Просто это дамаг, там, ну, вот реально, цифры просто вдумайтесь, за 5 секунд, если 4, ну, даже хуй с ним, если 4, если 3 удара она не спарирует, это вайп, блядь. Даже с 2 ударов там по 39 может прийти. 2 удара. Между ударами секунда. Вы должны смотреть, когда жнец на танке, и хилить, блядь. Моментально, всей хуйней. 5 секунд напрягаетесь, потом поднимаете рейд. Ладно, я капельку дам на второй волне, надеюсь, танк не упадет. Ну, видишь, если вот такой сложный, лич сложный бой, блядь. Если вот он пишет, появилась во время лужи, убила ее, блядь. Тогда надо закрывать танка дефом, блядь. Это капля. Сколько ретриков в рейде? Капли, хуяпли, все кидаем. По очереди. 12. Хаба, ты зайдешь? Очередь? По очереди. Не, про капли говорит. Я подумал, очередь на сервере. Этот говно сервер, ну. Только когда X5. Индряга, ты можешь там что-то? Делайте что-то, прожимайтесь на жнеце, а то... Я и так все говорю вам, что делать. Я не смогу за вас тыкать клавиши. Давай за сумоним. Джерин, кстати, думает, что мы на лане. Походу, я не выкупил прикола. Он без такого. Индряга, ты тут? Расскажи, как ты прожимаешься. Прием. Наверное, забыла прижаться. Вот. Блин, я вот... Есть шкафчик? Такая печаль, когда люди не обещают. Незыблемость, первый жнец. На второй отдаешь кровь вампира и кровоотвод. И готовишься прожать захват рун. В случае того, если тебя захилят 2 удара, сразу отдаешь. Нужный шкаф. Сломануть человека надо. Мы что, с альянсом играем, да? С кем альянсом? На второй? Ну ты сказал человека. После первого жнеца на второй, третий, четвертый уже 3 капли должны вы ей давать. Иначе пиздец будет. Воскренение на кальку кинется, и она опять упадет. Блин, не словит босса, и мы опять упадем. Кого суммонит-то? Вижу кого. А ты кидаешь калк, щиток ей какой-то, вот этот щит есть. Кидай щиток, наверное, может поможет. Поможет, конечно. Ну это вообще печально, я не знаю. Дессер АФК. Принимай, сумон, Дессер. Рыба стоит, вот рыба.
Принимай еще раз. Это уже третий раз суммонил. Сильно запускал. Пристабафы. У нас пока проблема просто один в один. На искорнении, когда хилы выходят, они не хилят, и танк падает. Вот в это время вам надо поражаться. Капельку там дать. Ты кидал билинг, кстати, капля? Наверное, не кидал. Так там у тебя хп тоже уменьшалось. Да ну что ты, блин. Да ему самому фигово, походу, когда он тоже бьет. Лучше ретриком давать. На первый же место незыблемости даст, на первое место ничего не надо. В смысле фигово? Протопало вообще никого не танчит в это время, он просто стоит на второй фазе, ничего не делает. Я тебе про вторую фазу. Это я чё? Он на первой хорошо отдувается за все остальные фазы. О, да, там, блин, два таунта прожать на 40 рей, забрать пару мелких и прожаться на там, на этой скрине, я не сказал. На берсе. Надо будет протопало сделать. Ну, давайте заново. РДД на ловушка. Чума, одна секунда. Кризи, доноси. Смотрим заново ловушку. Мелики в квадрат. Ловушка, РДД ловушка, хаба не забывай, ромбик снимать отступление. Чума, ма, ламура выноси. Трися вылетел, да, наверное? Да, вылетел. Перебежали. Фибрилляция, милики, перебежали, фибрилляция, поставь ТТМ на СПД. Отступление снять. Давайте быстрее, пока баф демона еще есть, обновляйте доты. РДД ловушка, второй шаркарь вылазит. Брусы истребления стороны хунты. Хизи филакс. 74. Веди на край, милики, ловушка в квадрат. Квадрат веди. 2%. Я, короче, не... Я забил, короче, я пошел на край. Давайте, на край. Милики, на край идите. Милики, ловушка. На край идем все. Даю каплю на тебя. Мастер аур, прожмите. Блин, столько времени было у вас отбежать, вы так много урона получили. Давайте в кружок играем. С демоном. Тотем хоть стоит на СПД. Забери шаг еще, продай ВДК, забери. Тотем 2 ляма без чумы. Ну, не надо было ресить сейчас. Давайте попробуем убить шаркаря. Да, я... Все чума. Я верю, вот что вы можете убить, вы не сбрил. Ну, не повезло. Стало, наверное, не было на КД, да? Надежда. Я хуй знает, как с одним шаркаром можно упасть. Ну, может быть, все-таки в РС пойдем. Не, на какой РС? Не позарьте, блядь, сейчас лича будем добивать. РС что-то делать. Да уж. Давайте падайте быстрее. Блин, что там? Станы на КД были, них небес. Я тебе каплю давал на переходке. Это как, блин, такие трали, как с этим, с блендером, блядь. Ну, ударная волна, наверное, под двумя берсами прошла. Видать, не было стана. Как, а как такое может быть, чтобы не было стана? Он куда-то, ну, на мелких станил, наверное, я не знаю.
Здравствуйте. Здравствуй. Вас лично, да, я подпорол. Почему пьяница такой дерьмо всегда? Ну я что, на замене посижу? Сволькеры опять вас отымеют. Кто-то отдал по себе возложение. Надо убить с этими танками Леща, это будет подвиг. Давайте. С Белином и с этим самосводом, и Скарлетт, и в три хила, кстати. Кто Берил там, кстати? Кого Берил? Не надо Берить, я все вижу прекрасно. Там все равно был бы уже вайп. Да что-то так не казалось, там он один только мертвый был. Он был минус демон, минус протопал и чему не было на шарку еще. Валяна, но... И Эрдру. Эрдру тоже в минусе был. Его моб убил. Это пиздец, блядь. Это пот потом уже. Ну как раз сейчас бафнемся, мне откатится, когда я 7 минут. Боже. Господи, помни. Да. Катушка кому-то надо вообще? 13 минут. Ну, я не знаю, если за бесплатное заберу. Там все фуловы. За 39 забирай. Макбу катушку. 39? Ну давай, пускай будет. Да, оставлю есть? Себе уже, ладно. Давай ее распылю у всех на глазах, пускай видят, какой я. Да ну, я не буду пылить. Давай, пускай в банке лежит, друг сову захочу сделать. Олег, не убегай. Чек. Виталик, он, это тебе не с дикам. Здесь ничего с первого трая не выходит. Спасибо. Ваня, пускай в банке валяется. С дикам с первого. Да, что, начинаем? Да, начинаем. Начинаем вальт. Интеллект маги! Маги! Можно с первого трая убить, если там Ваня зайдет на БДК, например, и так далее. Но кому это надо? Надо убивать с этими танками. Так мы убьем, я думаю. Ну или разойдемся. Убьем и разойдемся. Служат доказательством моей бесконечной мощи. Вот на ловушках не улетаем, да? Кроме 30. Погоди, сейчас точно улетит. Самое время начать, да? В смысле не улетаем, а Саша улетал уже. А надо, улечу. Так ты и так уже улетал. Это не считается, это он вылетел. Да, отбежал. Так, РТД, опять ловушка. Лота, чума. Не под морду только выноси. Сейчас ты под морду вынесла, могла умереть. Милики, ловушка. Квадрат. Ой, извините. Нихуя себе ты даешь там. Это трава. Давай, теперь ловушка. Иступление на шарку ищем. Чума, одна секунда. Скарлетт, чума. Долго выносишь. Милики, ловушка в квадрат. Так, одна чума потеряна, плохо. Шарк, иступление на шарку ищем. Три хата. Должны реагировать быстро.
второй шаркающий сзади протопала. Милики ловушку перебежали. Два ханта с трусов снимают выступление. Скарлетт опять чума. Но сейчас более повезло. Выступление на двух шаркарей. Быстрее снять. Протопал ловушка. 73. Проводи миликов. Проводи дальше, трэш. Каплю давай тебе. После ловушки все 70. На край. Давай на край. Сакру давай. Застанил это говно. Гимн отхил. Все, не надо гимн отхил. Тут кейс не надо, потому что он уже был. Блять, сука. Казарак, чума. Калк, чума. Шаркующего бейте тоже. Войт поднимает Клота, Бёрн, Ламруа. Убирайте. Господи, пускай на меня чума кинется, я ее вынесу, шаркающего, блядь. Виталий Кун. На мне... Не, не, сука, не диспейт, блядь. Все, проебали. Дерните шаркающего после этого милизону. Второго духа бейте. Клота, Гильдаль, Гимноманы, с ханты сферы бьем. Ты что делаешь? Отверни от рейда, ебать. Не, отверни его, отверни. Сферки, блин. Шаркарь же твой пиздец. Две берсы, стань. Ты... Ёбаный рот, нахуй. Что это такое? Ну мы когда переходили, чума перекинулась на кого-то в рейд. И вся, жопа. Боже. Так вы когда переходили, какого хуя вы с трэшем бежите рядом? Вы что, не понимаете? Да, интересно, короче. Там это ловушка была. Короче, могу по товарам, БДК. Почему сразу нельзя отвести мобов на край? Просто сразу, нет? Почему надо стоять возле ловушки, чтобы там милики пробегали? Зачем ты это делал, Белин? Непонятно. Шаркаря поворачивал в рейд. Так тоже нет, нет, фишка, понимаешь, в тупости людей. Вот, ладно, он стоит. Он стоит, но этот кружок, где он стоит, он 10 метров. Нахуя мимо него бежать, блядь? Вы ж чуму эту забираете, и пиздец начинается. Нельзя, что ли, обойти, бля, или чё, я хуй пойми. КЗ. Танки вообще никчемные какие-то, блядь. Ладно, блин, получше, Скарлетт, двигаешься мало вообще. Видишь, на РДД кидаешь, да, сама ты придёшь сразу. Если что. А, ну да. Что тот, что, блядь. Ну да, танки проблемные у нас, но если повезет после вторых валик, проблем не должно быть. Мы сейчас играем просто на удачу. Начинайте делать так, что... У Войда был монолог на тухлике про удачу. Какой монолог? Сегодня в этом рейде. Ну надо тогда кидать Белина, Самосвода, Скарлетт, добирать танков. Смарт может протопало. Ребят, надо, чтобы они сейчас нам затанчили и все, и больше они накосячить не будут в следующем рейде, и все. Ну вот, давайте тоже так косячить, сделаем. А будут умнее. Давайте, летите в инст. Ну, на 10 гир они нормально танчат, а тут немножко, может быть. Вы забываете вещь, что... Они-то нормальные, когда бисовый рейд, четырьмя хилами, просто жмут одну кнопку и захиливают. А когда идет обычный рейд, где реально надо просто в три хила ходить, целка 25 гер, допустим, мне надо немного думать еще, прожиматься там, например. Тут начинаются проблемы. Вот и все. Сейчас ждем лока, придет. У Клота там было, по-моему, 1 хп, я из... Ну, кинул крит покрытие сам 11 тысяч. Спас тупо.
Когда у меня 1к был, я успел буйный рост дать. Просто одновременно подняли, и я, получается, влился во вторую цель, кого я там подымал. Я не помню, кого я поднял. Кого-то что-то... Нет, ну... Тут можно умирать за Приста, за Ретрика. Это тоже нереально умереть на переходке. Потому что я ими играю, я никогда ими не умирал. И за мага тоже никогда нереально умереть. Ну, если ты знаешь, что делать. Прожать блинк, щит маны. Если прожать уже эту сраную глыбу, ждать пока захилят, и тогда еще блинк прожать после снятия глыбы. Зачем? Там есть защита от магии льда, просто маги не умеют пользоваться. Ну, а чекнем. Ваня, что ты писал, кстати? Что-то не понял. Так ты ж в рейде. Сейчас попробуем бить так, тогда уже после этого трая зайдешь. Гиндаль, LG, Гиндаль, Кмель. Я тоже уже устал из-за ваших слаков. На леди тяжело было, но один раз вайпнуть, по-моему, да, там? Нет, не один, по-моему, два. Кмели. Потом... Мне кажется, это все из-за того, что три хила в рейде. Да. Да не то бред, блядь. Протопал падает. Ну... Последних троих уже начал падать. Я просто выделил шаркаря, смотрю... А на нем берса меньше 20%. Ну ладно, там чумы не было, блять. Ну стан надо было дать. Надо было бить моба, блять. А так мы все вайпнулись. Джерем уже КД уже. Нет, нет. Ну туда. О, блядь. Не говори, блядь. Ну, а где мой пэт? Талимошка. Ты чё, четвёртого ханта хочешь? Но маг есть крутой, катапульта. Инни, Хмели, Сунели, ЕП, пожалуйста. Блядь, чё-то. Собачка гавкает. Распанк, это ж этот... Как его? Боже, Джерион, да? Джерион, да? Да, Джерион. Какой длинноухий джаз-панк? Я запускаю. Блин, ну капец, я-то не ожидал таких вайпов, давно не было. Такого. Вы просто не жмете клавиши, не прижимаетесь, ну это хотите капец. Прикол, хотите прикол? Кто-нибудь помнит фильм такой «Дюплекс»? Там типа молодая пара заезжает в дом, и там старуха такая заебывает. Так эта старуха, это, там что-то это самое, молодая до нее доебывается, так говорит, что ты, говорит, ну старуха и такая говорит, что ты, говорит, такая расхлябанная, говорит, как дырка у шлюхи, говорит. Такой сейчас расхлябанный, как дырка у шлюхи. Что за фильмы ты смотришь, а? Ты че, фильм? Нормальный фильм. Прикольно, смешно. Как называется? Дюплекс. Властелин колец. Там еще мужик из факеров играет. На, типа такой, Бен Стиллер, как его? Фу, ненавижу его. Но он тебя ненавидит. Ну, противно. Уебок один стоит. Всё, давайте соберемся и снова вайпнемся, только на третьей фазе уже. На 10%. Милики ловушка. Каба, чему снимай с шарка еще, чему говорю. Стиловей. Классно вынес чему. Далеко дальше, отведи трэш от БДК. Да нету чумы на трэше сейчас.
Почему сейчас обязательно выносим? Мелики ловушка. Скарлет. Вот это уже лучше. Мелики ловушка, Ламруа, твой следующий шаркающий. С него снимаешь исцепление. Вот это ГП. Почему ГП? Замедление было. Чего это замедление? Ну, то, что ты уешь. Ну, меня уешь, тогда не будет замедления. Ну, как бить бурей тогда? Ну, я бью бурей. Ты знаешь, как бьешь, наверное, ты бьешь этих... Чувал, бил шаркарь. Падаем, чё? Да, падаем. Да, ну ночь. Меня ну, тоже замедление. Ну, тоже замедление на мобах. Ну, я же отбегаю. Прижимаю ГП, вес, отбегаю. Ну, я тоже отбегаю, не? Да нет, ты сейчас не отбежал. Ладно, чтобы не было вам обидно. Накину и танком за прошлый трай, ГП. Чтобы вы не считали себя козлами опущения. А в РС кто будет танчить? Скарлетт и Самосов, да? Угу. Да не, я могу танкануть первого. Это первых трех мобов? Че там, ДДшка еще нужна? Ну, заменили. За прошлые трая не прожался там. Второй, первый. Тот не дал стан, не прожался тоже. Это я про танков сейчас. Просто уже начались вайпы не только из-за танков. Из-за других людей тоже. Приходится кидать ГП всем. Падал на первом трае. Так, что же делать? Четвертого хила спекни и нормально будет. Но если третьего хила шаркарь в рейде убивает, то чем тебе четвертый поможет? Если у тебя БДК 5.9, напиши Реллу. Привет, у меня 5.9 КГС, я думаю, что не вытанчу. Для меня очень слабенький ГС. Давай я помогу, зайду рейду фуловым варом. А вместо меня потанчит Ваня. И тогда мы убьем сразу босса. И тогда ты не будешь писать про ГП вообще незаслуженное и так далее. Вот это и все. Мне нравится, вот это прекрасно. Ну вот и все, 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 все просто. Пускай в натуре на фуловый вар зайдет. Да не, сейчас не надо никуда заходить. Попробуем сейчас довести опять до второй фазы, посмотреть, будут падать или нет. Падали что тот, что этот БДК. Ладно, будем по-простому убивать. Давай фибрилляция в рестер шамана. Не хотите убивать три хила, как хотите. Ну что, значит не хотите. Меня шаркарь на последнем трае укокошил. Ну, потому что протопалами. Не, протопал живой. Не-не-не, он его не забирал очень долго. А, ну, он просто не забирал его. Значит, его косяк. А что это такое за бред? Почему мне в склепе дают ачивки, когда я была там уже тысячу раз? Может, откатились ачивки? Блин, может, у тебя символа нету на таунт? Как ты можешь мазать таунтами? Это невозможно. Ой, счастливенько, ну. Масс таунт это вообще не магический спелл, кажется. Магический. Магический. Нет, без магический. Оба магические. Ладно, тогда даже если с символом это не важно. Вуди, поставь шкаф, тут пол рейда. Мне кажется, весь прикол в том, что когда выходит шаркающий, то есть в это время, когда он выходит, его нельзя таунтить, потому что ты когда жмешь таунт, он дальше не пойдет. Тебе нужно подождать одну секунду, подождать, пока он полностью выйдет, и когда начнется анимация движения, тогда нажимать таунт. Я про это сотню раз рассказывал, где вы были, я не знаю. Ну видишь, все прекрасно знают, все прожимаются, таунтят, но на деле у нас почему-то пятый вайп уже. Тыкните. Ой, если бы пятый, по-моему, уже шестой.
Шопа, шестой. Какой шестой? Это только третий, четыре.